Во всех районах областного центра продолжается очистка кровель зданий от наледи и сосулек. Данная работа находится в сфере ответственности управляющих организаций жилого фонда. Контроль за своевременным выполнением ведут муниципальные власти. С начала года из-за меняющихся погодных условий появилась опасность образования наледи и сосулек. Поэтому этот вопрос находится на особом контроле у властей. Администрация районов города в ежедневном режиме проводит рейды по выявлению домов, крыши, которых своевременно не приводится в порядок. Об обнаружении неустраненных сосулек на кровлях домов можно сообщать в отделы благоустройства администрации районов Твери по телефонам 52 15 61 в Заволжском районе, 32 15 72 в Московском, 42 91 72 в Пролетарском и 34 62 30 в Центральном районе Твери. Начиная с января 11 числа мы обошли 250 домов уже, значит, обнаружили, что у 93 домов есть нарушения, предоставили им уведомления, в ходе которых они должны исправить эти нарушения. На данный момент уже 5 управляющих компаний и ТСЖ привлекаются к административной ответственности. Из 93, которые мы дали нарушения, значит, выполнили 85, уже исправили свои нарушения.